Радио 54. Начали сочинять специально, уже зная, что это будет не просто спектакль, да, где зритель сядет, зрительный зал будет, а что будет задействована вся территория вот этой подземки. То есть... То есть это спектакль-квест еще, да, называется? Ну, всегда тут или жанр... нельзя так сказать? Нет, квест, это, наверное, предполагает какое-то такое, что зритель может выбирать, куда ему пойти. Нет, он будет идти вместе с нами по нашему пути. Но путь этот может быть извилистый и тернистый. И куда приведет... То есть зритель сам не участвует в спектакле? Или как? Он отправляется вместе с нами, с актерами, в такое путешествие, да? Он проделает некий путь. А вот куда придет, не знаю. Ну вот в Петербурге, тоже вот в компании с драматургом Володей Антиповым, мы делали такую экскурсию по району. У нас есть несколько спектаклей, которые мы сами же и сочинили, да? Место действий, которых окраина Петербурга, такой район юго-запад в Питере. И мы решили вот сделать такую экскурсию по этому району, такую театрализованную, по месту действия этих пьес, где люди тоже гуляют, ездят в трамвае, постоянно встречая персонажей из пьесы, и заканчивается все большим-большим пикником на берегу Финского залива. Ну, какие-то, да, были подобные эксперименты. И какие отзывы от зрителей? Ну, говорят, мы там шавермой всех угощали. Говорят, шаверма вкусная была. Твой дом, твоя область. Новосибирск, 106.2 FM.